Футбольный клуб «Сахалин» с победы начал новый сезон в чемпионате России. 3 очка удалось добыть в Туле. Там островитяне переиграли вторую команду местного «Арсенала». Стартовые минуты не обещали островитянам ничего хорошего. В середине первого тайма «Сахалин» оказался в роли догоняющих. На 23-й минуте тулики повели за счет усилий Артема Арутюнова. Этот гол стал единственным забитым до перерыва. Во второй половине встречи островитяне выправили положение, сработала замена. На 62-й минуте счет сравнял Кирилл Могиль. Спустя всего 6 минут гости и вовсе вышли вперед. На этот раз отличился центр-форвард Валерий Ольшанский. Утратили последние шансы добиться ничьи пушкари за 2 минуты до конца основного времени. Вторую желтую карточку получил Артем Мингазов. Сложность состояла в том, что не было информации по команде. Да, первая игра, ну, как говорится, играли вслепую, плюс-минус что-то нашли, какую-то видеозапись товарищеских матчей «Арсенала-2», но это все равно товарищеские игры отличаются от официальных матчей. В хорошем настроении «Сахалин» возвращается домой. Здесь 21 апреля команда сыграет против «Коломны».